Здорово, скауты! Мы сегодня на Воин-Экспо. Продолжается наша рубрика EDC полиция. Сегодня я поймал Иру. Ира, привет. Мы хотим посмотреть, что у тебя есть на кармане, что ты с собой носишь. Покажи, пожалуйста. Прищепка. Рассказывай, итак, что у тебя в твоей сумочке. Ну, так как вы поймали меня на самом деле совершенно внезапно, что у девочки может быть в сумочке? Ну, во-первых, курилка. Розовая, я же девочка, да. Все правильно. Это не пропаганда, ни в коем случае. У меня в сумочке старый побитый телефон, видавший многое. Ядерные духи, чтобы окружающим было тяжело жить. Ну, естественно, ключи от дома. Что еще может быть у девочки? Надо как-то попадать домой. И у меня есть два ножа с собой. Внезапно. Да. Один у меня нож протечь. Ну, это чисто для понтов, если честно. И иногда колбаску порезать. Такой обычный складник. Ничего впечатляющего. Фонарик. Очень маленький портативный фонарь. Вот так, чтобы было видно. Очень-очень-очень полезная вещь, потому что я часто хожу по темным улицам, а в мытищах нельзя ходить, подсвечивая дорогу телефоном. И вот такой маленький, но очень легкий, очень компактный второй складной нож. Ну, для важных дел. Я же девочка. Все правильно, круто. Что-то еще есть? Нет. Все, договорились. Спасибо тебе за обзор, проверочку ты прошла. Давай кулачка и пока-пока. Ничего лишнего. Пал, а у нас снова EDC полиция. Сегодня я встретил Александра Разведоса, он же дядя Саша. Могу вас так называть, конечно, правильно? Конечно. И по старой нашей традиции я хотел бы проверить EDC полиции, что вы с собой носите на кармане. Ну, вам микрофон. Подобрали, конечно, этот. Хотите, цепляете на клипсу? А, нормально, нормально. Микрофон, кстати, хороший, да. Красивый. Красивый, да. Смысл в чем, друзья? Не лучший сегодня день для этого, как это, представления комплекта экипировки, но давайте попробуем, короче. Брюки, Разведос Эдишн у меня, конечно, потому что в карманах много помещается всего. Деньги. Дальше. Турникет. Дальше. Паспорт, потому что мы в городе федерального значения. Телефон. Все. Больше. А, нож. Сейчас будет, смотрите, выебон 80 уровня. На все бабки. Ой-ой-ой, как дорого, как дорого. Подарок на день рождения вчера. Не, кроме шуток. Это вчера. Очень дорогой подарок. Да, микротек. Вчера буквально, кроме шуток, подарили. Поэтому, друзья, в принципе, ничего лишнего я на кармане не ношу, потому что я пришел с рюкзаком. И все, что мне там нужно, расширено, у меня есть все в рюкзаке. Основной принцип оказание помощи, что какой-то элемент самый, ну, основной, грубо говоря, который может вам позволить купировать массивное кровотечение, должен быть постоянно при вас. Потому что сумка, вот я пришел с рюкзаком, я бы вроде с рюкзаком, но рюкзак не при мне. Вышел я на улицу, не дай бог, что случилось, а рюкзак остался здесь. Поэтому нужно обязательно иметь какой-либо элемент, в данном случае турникет, в карманах одежды. Экипируйтесь грамотно, да прибудет с вами сила. А у нас продолжается EDC полиция. Я встретил великого и ужасного Кира Кюре. Правильно сказал? Хуй Кюре, тоже нормально. Цепляй себе микрофончик, как тебе будет удобно. Ладно, поехали. Что за сумка? Сумка UP-130, что-то там, вот Вартек любит придумывать название. Короче, какая-то вартековская, но у меня еще есть от ATG Unibug лежит. А ты знаешь, как ее называют в народе? Инди М. Юпик? Серьезно? Ну, так, давай вот сюда вот буду складывать. Давай. Короче, самое первое, что должно быть у EDC-шника, это пачка сигарет. Без этого вообще никуда. Второе, кошелечек, там документы, всякая такая фигня. Аптечка E2. Но там не то, что должно быть, там такое вот всякое. Пластыри, не пластыри, ибупрофенчик, окей. Дальше. Смотрим сюда. Тут как бы вот так вот, оп. Ну, типа все дела. Короче, визиточки. Вот эту штуку он мне подарил. Он, наверное, ее выкинул, потому что она ему нахрен не нужна. Он мне ее запихал. Но я ее использую под наушники. Идеальная тема. Ключики от дома. Ну, зажигалочка. Жвачечка. Крайняя. Естественно, прекрасный нож. Термит, или как он там называется? Спайдер, короче. Который подогнал мне Никитос с его вот этой вот уникальной бусиной, и я его всегда ношу с собой. Помнишь, что делал последний раз?
Ну смотри, тут даже вот остатки от него были. Вот сегодня, да. Юза есть. Да, я сегодня резал им скотч. У нас там Дональд Трамп стоит завернутый в скотч. Вот резал. Я недавно им хавку какую-то резал. Не помню какую-то, но всегда с собой пользуюсь постоянно. У нас, кстати, в Питере, вот кто с Питера, наверняка сталкивались с такой историей, что в Питере у нас даже ножи нельзя возить. И у нас как бы начинают докапываться, спрашивать, что кого как. Ты просто говоришь, что хоз, как это, для бытовых хозяйственных нужд, да, и тебя пропускают. Да, поэтому вот всегда ношу с собой, и все. У меня все, все вот здесь, тут только телефон. Все, добро. Это у нас был Кир с канала Surf Airsoft. Ну, мало ли вдруг кто-то не знает. Ссылочки на его телегу, на канал, на сообщество ВКонтакте я оставлю. Подписывайтесь. Крутейший товарищ, мой корефанчик. Рад был с тобой увидеться. А я репостну это все. Договорились. Все, всем пока. Здорово, скауты. У нас продолжается рубрика EDC полиции. Я записывался за месяц на госуслугах, чтобы получить время у многоуважаемого Влада Харигана, если кто не узнал. И сегодня мы посмотрим, что он носит с собой на кармашке. Супер, всем привет, с вами Влад Харриган. Да, сейчас посмотрим, что я с собой ношу. На самом деле не так много. Я ношу с собой, самое главное, это телефон. Вот, телефон, чехол. Как это? УАК, да, это Under Armour, что-то там, да. Under Armour GR. Телефон обычный, да, в нем всякие важные вещи происходят. Обязательно ношу с собой часы с пульсометром. Да, часы с пульсометром, потому что я уже не новый, мне надо следить за пульсом. Они еще контролируют качество сна. Вот, в куртке обычно что-то утеплится, шапочка, ключи. Паспорт, документы для опознания. И у меня всегда в последнее время, особенно с собой, есть аптечка. Аптечку я ношу Вартек Шанс. Вот так она выглядит. Внутри наполнение достаточно стандартное. Здесь широкий жгут, свод, перчатки, гемостатик, набор пластырей. Для мозолей, для мелких порезов. Самая частая, на самом деле, вещь, которая используется. И окклюзионные пластыри. В принципе, здесь больше ничего нету. Мне просто спокойнее, когда такая штука есть где-то под рукой, в кармане. Очень-очень удобно. Ключи от машины, карты, ветеранка и наушники. Наушники я, кстати, хотел показать. Куда-то я их дел. Вот. Сейчас посмотрим, да. Наушники, которые я люблю. Для того, чтобы поговорить с кем-то, вставив одно ухо, это битсы. Вот такие вот, очень удобные. В них также круто бегать очень. Если вдруг за вами кто-то бежит, вставляйте наушники, бегите от него. Пожалуй, это все. Больше с собой ничего не ношу. Мне больше ничего не надо. В моем любимом фильме, одном из моих любимых, есть такая прекрасная фраза. Зачем тебе пистолет? Дави их интеллектом. Я обычно ее придерживаюсь. Продолжаем EDC полицию. Встретил своего комрада из чата Urban Scout. Кстати, кто не там, еще залетайте. И сегодня мы тебя будем проверять на EDC полицию. Держи микрофон. Александр меня зовут. В первую очередь покажи, расскажи. Это у нас скауту, подгончики, чтобы он не скучал. Вот, такую вот подводичку тебе держи, вешать на рюкзачок. Вот, бейджик, чтобы это не тянул. И очень интересные флоксики. Лучше, чем зубочистки. Пользовался всего 3 раза, 4 раза помыл, поэтому почти не новые. Держи. 2 раза постирал. Да, касаемо рюкзачка, мы можем начать вот с фонарика легендарного, который у нас. Вюбен, грузинская сова. Да, конечно же, должна быть эта держалочка, которая позволяет крепить очень удобный рюкзачок. Карабин за дохера денег. Ну, может быть, это копия какая-то, кто знает. Вот, потом покрывальца. Маленькая, раскладывается 110 на 70 где там. Есть фляжечка, подогнанная комрадом. Что в ней носишь? Спиртик, конечно же, 90% питьевой, на всякий случай. Чтобы не замерзнуть. Ну, протереть, растереть, там, смешать. Карабинчики всякие с этой стороны. Здесь тоже вот самый главный карабинчик, вот в наличии обязательно. Величайший экземпляр. Без него никак не это, не пустят. Вот, ну дальше по отсекам. Здесь у нас знакомые, есть... темлячки у тебя. Да, есть один товарищ такой. Наш мастер, Ник. Да, вот фонарик, который второй. Мой любимый фонарик. Который, да, почему-то не зашел тебе. Легендарные две тряпочки, сшитые вместе от нашего дяди Гранта.
Вот, здесь еще есть фонарик такой, лазер. Не знаю, зачем купил, 300 рублей на Озоне. Да, в рекламе эта вся фигня была. Так, что бы еще показать тебе? Книжечка ежедневная, там что-то записать, не знаю, махорку забить, покурить. Вот. Ну, тут пропуск от работы. Зеркальце очень выручает, когда что-нибудь застряло в зубах, поковырять, так сказать, не при людях. Единственное, вот с упаковкой никак не могу расставаться. Все время запаковываю, как это, штатно идет. Бабушкин пульт. Да, но думаю, через годик где-нибудь избавлюсь от этой фольги. И будет уже гораздо проще. Так, дальше, что у нас в ближайшем, так сказать, доступе? Турникет, конечно, тот самый. Еще и целлофан. Конечно, чтобы вдруг что? Ну, всякие ключики от машинки, бирюшки на случай, если кому-то что-то дать. Зажимчик такой, не знаю, рыболовный или там шить, еще что-нибудь. Да. Ключики еще. Вот такой вот ножичек есть, копия, друг подарил. Ну, тот, который вообще не жалко для каких-либо работ, вообще любых. Вот. Потом, конечно, есть огниво немножечко, кусочек. Если вдруг совсем все плохо, можно немножечко потереть. Если жизнь заставит оказаться в таких условиях, да. Не распаковываю, понятно. С этим, с магнивом, с кисалом, все как полагается. Так, ну, визитница это скучно. Здесь, наверное, вот еще зажигалочка есть. Тоже та самая легендарная. Турбокрикет. У меня тоже не с первого раза зажигается. Капризная хрень, но чат сказал, надо покупать. Я купил. Кто я такой, чтобы отказывать нашему великому комьюнити? Ручка простая, с одной стороны, с другой стороны неубиваемая. И я сюда стержень Фишер загрузил. Стержень дороже всей ручки. Ну, 5 баксов стоит на самом деле. Это ручки Фишер дорогие, а стержни копейки. Вот, кстати, очень удобно еще вот салатеньким, чтобы всегда в темноте было видно. Так, ну этот отсек мы, наверное, закончили. Этот я тебе показал. Наверное, что в начинке, да? Все меня спрашивают, что у тебя там такое тяжелое. Билетики на следующую выставку. Сидушечка. Стоит что-то там 200 рублей, да. Ребенку вообще даже полежать я стелил. Потом у нас тут зарядный кейс. От человека, который скрывает свое лицо. Это привет Джеймсу. И он же Евгений. Ну, там всякие еще переходнички маленькие. Вот, потом кошелечек, маленькая барсеточка. Всякие там разрешения, права, паспорт, все, что надо. Таблеточки там от головы, от попы, может, еще от чего, не знаю. Универсальная, она от всего помогает, если плохо стало. Вот, сумочка, авосечка, как у старушек. Маленькая покрывальца, чуть-чуть побольше, чем это. Тоже можно расстелить, лечь где-нибудь, уснуть, проснуться. Это у нас стаканчик. Стаканчик, да. Очень удобно, даже пригодился недавно, на удивление. Стандартная чашечка влезает, там, по-моему, 230 у нее объем. 270 даже. Вот. А вот основная аптечка, тоже вот с какой-то наклеечкой такой, вроде знакомой. Здесь пластырь, который ранки стягивает, всякие там эфиралганы, аспирины, ножпы. Короче, понятно. Кетопрофены, что-то посерьезнее, да. Дальше у нас что еще здесь есть? Ложечки, вилочки, титановые, легенькие. Я думал, обычные из бабушкиного серванта. Не, они, кстати, пригождаются, надо порой на шелчке, еще что-то где-то. Да, вот салфеточки влажные, куда же без них? Все наша жизнь салфеточки. Фонарик, который ультрафиолетовый. Да, с его этим чехольчиком, типа около родным китайским. Ночной смена завод. Виктор. Красненький. Да, это мой, по-моему, один из самых первых мультитулов, лет с 14 у меня. В институте им такое было наделано, что даже не буду говорить. А вот уже, так сказать, современный наборчик. Лазермен, Чардж, Титаниум, Кобра гаечный этот ключ, Кобра разводной ключик. Штатный к лазеру этот удлинитель, ну и там набор бит этих минимальный. Очень, так сказать, компактно все в одну хренотеньку собралось. Так, что у нас тут еще интересненького? Конечно же, это есть лупа, вдруг что-нибудь посмотреть.
посветить, занозу там убрать, наушнички, ничего такого. Есть вот, я увлекаюсь микроскопом, если где-то интересную водичку забрать, образец, таких несколько штучек. Потом пара рулеток, обычная бесплатная Леруа метровая и лазерная. Вот до сих пор тоже не мог, при вас давайте сейчас сделаем это. Да, вот. И, соответственно, ну, наверное, села батарейка, я им давно не пользовался. Короче, он до 20 метров показывает, где вот неохота этой рулеткой тыкать. Вот, расчесочка есть. Такая уже немножечко бывалых вид, но это Трансайра. Легендарная компания, без единого происшествия отлетавшая. Вот, дальше, конечно, у нас уже такая более чуть-чуть к аптечке, это губки коллагеновые. Замялись, но как бы рабочие. Бахилки, на всякий случай, если где-то что-то грязненько. Наборчик такой дорожный, если вдруг случайно заночевал где-то не там, где надо. Ну, в принципе, наверное, по основным отсекам все. Вот еще есть такой этот кобура под магазин, если пойти в магазин. В принципе, наверное, основное все. Здесь вот еще, кстати, не все знают, очень тоже объемный отсек есть. Отлично влезает Т4. Вообще шикарно, если что-то хранить, да. Здесь же, кстати, есть вот еще у нас первая помощь раненому, также в пакетике. Когда-нибудь я его сниму. Как-то так, в принципе, основное показал. Всем, кто интересовался. Да не за что.